Друзья, сегодня я вам хочу рассказать о том, как же правильно использовать вашу батарейку на ваших iPhone, iPad и вообще в целом всех iOS устройств. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Видео касается того, что вашу емкость нужно продлить как можно дольше. То есть, как известно, после 500 циклов где-то ваша батарея начинает разрушаться и уже требует компании самой Apple под замену. Но я сделаю так, что вы можете использовать, эксплуатировать вашу батарею намного дольше, чем, допустим, вы делали до этого или вообще. Что вы об этом знаете? Я вам расскажу. Первая причина. Вам нужно заряжать только оригинальными блочком, оригинальным кабелем от вашего устройства, желательно 1-амперным. Чем больше вы будете давать ему вольтаж, тем быстрее будет батарея разрушаться. От чего разрушается батарея? Это перенагрев или переохлаждение вашего устройства. Либо же неоригинальные зарядки, быстрые зарядки. Все это убивает. Точно так же, если вы играете на устройстве, оно дает нагрев. Точно так же, если вы что-то монтируете, тяжелые задачи, ваше устройство греется. Вот это все на зарядке делать нельзя. Примите это к сведению. И точно так же там попробуйте избежать того, чтобы не заряжаться от пауэрбанков, от прикуривателей в автомобиле и так далее, и так далее. Только оригинальная зарядка и желательно 1-амперная, стандартная. Все, это поможет вам сохранить вашу емкость намного дольше. Возьмите себе это за азы и идите в счастье. Все, в принципе, все, что вам было нужно знать, это именно вот эти вот заветные корректировки, которые помогут продлить вашу жизнь вашей батареи. Смотрите, друзья, моему устройству через месяц будет уже 2 года. Вот моя емкость 89%, но по факту может быть 90%. Подключая это любое устройство к программе 3U Tools, она покажет фактическую емкость. Сколько там было циклов и так далее, и так далее. Компания Apple заявляет то, что после 500 циклов нужно менять батарейку. То есть идет полное разрушение там и так далее, и так далее. Но по практике мы видим, что желательно заменить уже где-то, кто как меняет. Кто меняет уже на 90, я там, допустим, позволяю себе до 85, может 4. Ну, такое, каждого по-своему. Лучше заменить, и все, устройство будет опять нормально, хоть и показывает пиковая производительность. Давайте же перейдем в программку и посмотрим, что показывает там. Так вот, друзья, после того, как мы подключили к программке наше устройство, здесь очень большой функционал, можете полазить, ознакомиться, очень много полезного. Но нас данный пункт интересует именно состояние батареи. Как мы можем видеть, у меня уже показывает 564 цикла, я зарядил устройство, вот полностью перечень, сколько у меня емкости осталось, какая фактическая и так далее, и так далее. Вот это то, что нам нужно было знать. Качайте эту программку, если у вас Windows, поэтому можете использовать очень конкретная и полезная прога. Если вам это было видео полезно, подпишитесь на канал, поделитесь с вашими друзьями, близкими и знакомыми, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Оставьте позитивный комментарий. Дальше больше. Скоро увидимся.